Так, продолжим рисовать наши глаза. Есть белая краска. Беру инструмент Dots и просто легко погружаю его в краску. Там разворачиваю нашего дикого зверя и делаю упор. Обязательно у вас должен быть упор, то есть вы пальчиком уперлись, чтобы вы случайным образом точку не могли поставить не туда. Делайте короткое касание, вот так. Раз. И то же самое со вторым крючком. Два. Получилось что-то вот, типа вот этого. Видно? Я думаю, взгляд приобрел более живой и выразительный вид. Следующим этапом, что мы делаем, ждем, когда подсохнут наши белые точки, это еще минут 5-7, и наносим лак. Лак будем наносить уже как раз краскопультом. Краскопульт сопло 0,8 мм. Он предназначен у меня только для лака. Больше ни для чего я его не использую. В нем постоянно находится только лак. Его я не промываю, не мою, ничего не делаю. В нем все время находится лак. И он всегда готов к работе. Если в этом нашем пистолете аэрографии постоянно меняется краска, то здесь все время находится только лак. Дальше. Может быть, еще кому-то будет полезна эта информация. Сейчас покажу. Чтобы удобно пользоваться краскопультом или аэрографом, есть такая штучка, я для себя сделал. Раз, надо мне повесить его, раз, повесил. Пистолет обдувочный висит. Раз, два. То же самое под аэрографом. Здесь он маленько из-за того, что у него бачок корявенький, он не очень удобно висит. А так, аэрограф, конечно, можно и так ложить. Когда вам что-то надо будет работать и мешается на рабочей поверхности, я его убираю туда. В общем, сейчас ждем, когда высохнет наша белая краска, и будем лачить.